Руководитель представительства агентства стратегических инициатив ЦФО Дмитрий Абрамов посетил Орловскую область. Во время встречи с временно исполняющим обязанности главы региона обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия, улучшения инвестиционного климата Орловщины. Напомним, российская автономная некоммерческая организация создана правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах, в частности, для продвижения приоритетных проектов, улучшения предпринимательской среды и развития профессиональных кадров. ОСИ работает с 11 августа 2011 года. Перед нами стоят большие задачи, но вместе с вами мы будем стараться их решать. Посмотрев и ваш опыт, и опыт агентства, я думаю, что нам сейчас нужно брать высокие задачи. Чем выше мы задачи будем ставить, тем успешнее, мне кажется, мы будем их решать. У нас достаточно уже большой, так скажем, бэкграунд нашего сотрудничества, опыт сотрудничества с Орловской областью. Сейчас летом Владимир Владимирович высоко оценил деятельность агентства и поручил разработать новую стратегию агентства стратегических инициатив. Она так и будет называться, ОСИ 3.0. В программе визита Дмитрия Абрамова посещение ряда ведущих предприятий региона. Активность проявляет достаточно высокую Орловская область в той повестке, которая уже, так скажем, давно была в стратегии нашей, я имею в виду агентство стратегических инициатив. Здесь в первую очередь бизнес-направление бизнеса, это участие в различных пилотных проектах.